Возгорание произошло на третьем этаже в трехкомнатной квартире пятиэтажного кирпичного дома. На месте происшествия выехали 10 человек пожарной части и 3 единицы техники. Очаг возгорания находился на кухне и вскоре был ликвидирован. В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещений квартиры номер 52, а также огнетушащими веществами повреждена внутренняя отделка нижних квартир. Погибших, травмированных нет. Момент возгорания очевидцы отметили кратковременные скачки напряжения. Предварительная причина возгорания – недостаток конструкции изготовления электрооборудования холодильника. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».